Всем привет, дорогие друзья! С вами Локи, и это продолжение игры «Принц Персии. Писки времени». Сейчас нам нужно будет вот в этом вот зоопарке, там, видите, птицы даже, попробовать пробраться на самый верх и открыть ворота. Тут вот можно по пальмам, вот, пальма, точно. По пальмам прыгать, бегать. Так, аккуратно. Нам вот сюда, скорее всего. Оп. Отлично. Открываем дверь в фаре. Птички. Интересно, как они выживают в песках? Я не думаю, что они живые. Птички мертвые. И они уже начали свою атаку. Давай, у тебя же лук. Есть. Подстрелил одну. Еще одна. Ах ты тварь. Но нормально, фара пока нас прикрывает, мы все удары берем на себя. Что, она убила еще одну? Интересно, зачем здесь это? Да, интересно, что это такое. Фар, убей ее. Нет. На этот раз мы справились. Хорошо, хоть жизни они немного отнимают. А вот это вот отверстие для монетки на самом деле интересно. Мне кажется, за этой коробкой потайной ход. Потому что я вижу, он там расщелин. Смотри, трещина. Трещина. Давай, лезь. Так, мне кажется, она будет вот тут вот. Да. Поднимай рычажок. Я дерну за этот рычаг. Дергай, дергай. Еще одна расщелина. Я знаю, куда она ведет. Куда? Все-таки интересно, что же это такое. Я здесь. Где? А, ты выбралась. Ну ладно. Зверинец Азада. Гордость султана. Он был одним из чудес света. Будучи ребенком, я мечтал о нем. Мечтал увидеть собственными глазами. А теперь это было место ужаса. Заброшенные руины, разоренные песком времени. Нам нужно попасть вот туда, вот, друзья. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Так, повернись, принц. Оп. Отлично. Так, мы не долетим. Хорошо. А если вот так попробовать вылететь вверх? Так получается. Тут есть лестница. Куда она нас приведет? А привела она нас на самый-самый верх, и тут, скорее всего, придется по стене бежать. Так и есть. Хоп! И мы добрались, друзья, добрались до самого верха. Есть. Ага. Оп! Оп! И мы наверху. Открываем дверь. Это было довольно-таки несложно. Дверь открыта. Я не могу открыть эту дверь.
Вот здесь аккуратно. Оп, и сохранение. Хороший такой кадр, как принц летает. И я начну свою историю отсюда в следующий какой-то раз. Какой-то обрыв. Мне это не особо понравилось. Я думаю, друзья, и вам. Почему, интересно, именно этот момент показывают, как принц падает в пропасть. А вот тут, интересно, у нас получится ухватиться? Получается. Прыжок. Еще один. И мы наверху. А, вот оно что. Спасибо. Там была лестница. Да не за что, Фара. Пойдем. Тут еще много приключений нас ждет. Неплохо было бы пополнить. Если ты поверил в то, что я уже рассказал тебе, возможно, ты поверишь и в то, что я расскажу тебе сейчас. Когда мы пробирались через эти руины, залитые лунным светом, я начал чувствовать странное влечение к этой девушке. Мой разум советовал мне не доверять ей, у нее были достаточные основания ненавидеть меня. И все же, она показала себя верным спутником, и я должен признать, я был рад компании человека, который, как и я, состоял из плоти и крови. Я не могу достать его. Давайте сходим вниз, друзья. Здесь у нас еще одна дверь. Все это закрыто. Интересно, куда нам теперь? Так. Нужно разбивать все бочки. Возможно, где-то мы увидим проход, с помощью которого Фара сможет пролезть. Но пока я не вижу. Вот нам надо в эту дверь. Ага. Знак. Угу. Я понял, как можно. Попробуем пробежаться по стене. И, добежав до знака, прыгнем, открыв дверь. В порядке? Я в порядке, спасибо. Пополнение песка. Давай, Фара, я нашел для тебя. Превосходно. Место, куда ты можешь пролезть. Ох. Ох. Эй, здесь нет двери. Встань на эту плитку-выключатель, хорошо? А я пойду туда. Есть. И как я здесь пройду? Я не знаю. Может, тебе проползти через расселину? Дверь, друзья, открылась, но ловушка довольно опасная. И для начала попробуем на замедлении времени. Ой-ой-ой. Что ж ты будешь делать? Улетели. Маленький разбег, слишком рано прыгнул. Так. Отлично. Да-да-да-да, Фара, подожди. Я же не побегу просто так. Ой-ой-ой. Оп, я в порядке. Успел. Спасибо. Ты сделал это? Да, я сделал это. А теперь нам надо пробраться опять куда-то на самый-самый верх. Вон, я видел воду, где можно пополнить здоровье. И вот она, дверь. Дверь со знаком. Так. Тут сохранение. Давайте сохранимся и посмотрим, куда нам здесь... И как пробираться, и что будет дальше. Ага, значит, мы лезем по лианам.
И тут есть расщелины на стенах. Хорошо. Придется прыгать по разрушенным мостикам. 33%. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Значит, сейчас мы, друзья, разворачиваемся и идем ко входу. Ой-ой-ой. Вот сейчас чуть не упал. Возможно, именно об этом моменте-то как раз и показывали, что нужно быть аккуратным. Так, лезем. Кто-то кряхтит где-то. Опять птицы, друзья. Опять эти птицы. Мы умерли. У нас было очень мало жизни. Я даже этого не заметил. Ну что ж ты будешь делать? Да. Ну ладно, давайте попробуем, может быть, сохранение. Сейчас пройдет. Все было не так. Повтор. А, или... Да, друзья, жизни-то у нас совсем нету. Это не есть хорошо. Как же проходить этот момент без жизни? Да что ты ж делаешь-то такое, а? Зараза какая, а? Да... Блок. Давай попробуем блок. Нет. Все случилось не так. Сейчас, знаете, друзья, мне это напоминает вот, как мы проходили Half-Life 1. Когда жизни не было, да, камера просто выносит мозг. Я подожду здесь. Ты бы лучше залезла наверх и с лука бы мне помогла этих птиц убить. А не я подожду здесь. Куда? А почему он блок не ставит? Вот мне непонятно это. Почему-то по стене побежал. Хорошо. Ах ты ж, твою дивизию. Почему ты не успеваешь ударять? Да, друзья, вот это хардкорность старых игр, когда ты не просто не можешь ничего сделать. Нет, 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 это вот тоже не. Это не то, друзья. Это тоже не то. Так, а тут нам вообще никуда не побежать. Понятно. Значит, остается бежать только сюда. Я подожду здесь. Подожди, подожди. Жаль, нельзя взять у нее лук. Вот. Я, конечно, понимаю, тупить могу и я. Но зачем было поворачиваться? Вот
лезу вверх. Прыжок. Вот здесь нормально все. Так. Нет, это просто невыносимо. Вот так вот. Две птицы. Да, друзья, мы смогли. Это было тяжко, но мы справились. Так. Так, тихо, Фара. Здесь у нас песочек. Причем, что полный, у нас новое. А здесь можем залезть? Можем. Сейчас посмотрим, куда. Вот сюда. Идиот. Понятно, в воду лучше сразу не лезть. Ладно, хорошо, будем на блоке пробовать. Так, еще одна. И еще одна. Да их 4. 5. Все пока хорошо, последняя. Нет, 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 их очень много. Давай. Еще одна должна быть. Вот она. Умри. Да, друзья, мы смогли. Мы смогли, и сейчас пополнение жизни, этот момент, наконец-таки настал. А вот тут нужно аккуратно. Я слышу опять птиц. Но теперь у нас целая жизнь. Оп. Оп. Почти открыли дверь, друзья. Дверь открыта. Я надеюсь, здесь мы сможем как-нибудь. Вы хотите сказать, что я здесь не могу подняться, не могу спуститься, да? И мне придется идти в обход. Хотя нет, кажется, вот здесь вот. Так, аккуратно. Здесь по пальме можно съехать вниз. Оп. Есть. Да, друзья, у нас получилось. Нет, не получилось. С какой тут стороны-то лучше? Или здесь надо по стене бежать? Отлично. Фух, можно... Скоробеи! Скоробеи! Это самое, наверное, простое за этот, за эту серию. Это вот убить этих трех скоробеев, которые никакой опасности не вызывали. А, ну теперь, конечно, давайте пихать пополнение жизни на каждом углу. Давайте, скоробейчики. Ох, как принц разошелся-то.
Скоровеи — это главное на реакцию, их побыстрее убить. И тогда они никакой опасности не вызывают. Так, видимо, нам сюда. Ого! Баня! Банька, зайдем попаримся. Новый монстр с цепями. Ну что, вступаем в бой. Успел засадить. Помоги! Хорошо. Кто-то еще здесь есть. Где-то есть еще враги. А вот и они. Отлично. Осторожно. Готов. И этот готов. Осталось три девушки. Осталось три девушки. А нет. Ошибаюсь, их стало четыре. Ой, мужик подлетел. Ну все, я надеюсь, это последний. Да, друзья, этот бой мы выиграли. Сохранение. На каком этаже? Кажется, в соседней комнате. Да. Пополняем здоровье. Ты ведь понимаешь, да? Да. Ага, прием отталкивания от стены. Ну что ж, друзья, я думаю, продолжим мы уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Локи, увидимся в следующей серии. Пока-пока.